Кадрменді қарағандылықтар. Добрый день, дорогие земляки. Міне, әнім саған Қарағанды конкурсының көптен күткен ақтық мәресіне де келіп жеттік. Наш конкурс «Тебе пою, Караганда», как и весь проект фестиваль «Мы, карагандинцы», посвящен в этом году важному событию для всей нашей страны – 25-летию независимости Республики Казахстан. Фестивальдің ұйымдастыру комитетінің атынан барша қарағандылықтарды аталған ұлы мерекемен және бүгінгі Конституция күнімен шын жүректен құттықтай отырып, ашық аспан, бейбіт өмір, отбастарыңызға береке мен елімізге татулық, бірлік тілейміз. Сонымен әнім саған Қарағанды конкурсын бастауға рұқсат етіңіздер. Қазақстанның 25 жылдық тәуелсіздік тарихы бұл аз ба, әлде көп пе? Адам өркениетінің даму тарихына қарағанда, әрине бұл қасқағым сәт қана. Но что абсолютно бесспорно, история независимого Казахстана берет свои корни глубоко в истории казахского народа, проживавшего более 1000 лет на территории современной казахстанской державы и подарившего нам, жителям Казахстана 21 века, важные традиции и обычаи, большое культурное наследие в литературе и искусстве, на законах казахских биев, на исторических очерках Сакена Сейфуллина, Мухтара Шаханова и на поэзии Абая и Жамбыла живем и мы, современное поколение казахстанцев. Осы шараның тұрақты қатысушылары мен жанкүйерлері конкурсымыздың жыл сайын белгілі бір тақырыппен өтетінін жақсы білет. 2016 жылы еліміздің тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай біз қарағандылықтарға қазақ тілінде ән орындаушылар конкурсына қатысуды ұсындық. На наше объявление о конкурсе откликнулись талантливые наши с вами земляки. Для них песня – это часть смысла их жизни. И где бы они ни работали, они живут и работают с песней по жизни. По решению нашего уважаемого жюри, в финале конкурса «Тебе пою, Караганда» 2016 года, посвященному лучшему исполнению песен на казахском языке, примут участие 11 исполнителей, о каждом из которых мы расскажем чуть позже. Ал бүгін сіздер конкурстың ақтық мәресіне жеткендерді тыңдайсыздар. Олар өз таңдауы бойынша қазақ тілінде ән орындайды. Конкурс финалистері көп ұлтты әр мамандық иесі бола отырып, Қазақстанға деген жалпы әнге деген сүйіспеншілігін көрсетеді. Олай болса, біз бүгінгі байқауымызды бастаймыз және біздің қатысушыларға сәттілік тілейміз. И в том, что значит песня для наших конкурсантов, вы, дорогие карагандинцы, сможете убедиться, окунувшись в разнообразную палитру тем и музыкальных жанров тех песен, которые исполнят сегодня наши конкурсанты. Сіздер қазақ мәдениетіне және қазақтың ұлттық ән шығармашылығы мен өнеріне қызықты сапар шегесіздер. Сондықтан уақыт өткізбей, бірінші финалистті сахнаға шақырып, бірінші әнді тыңдайық. И вот наш первый конкурсант. Им станет дуэт «Уландар». Не смотрите, друзья, на их юный возраст. У этих ребят большой опыт концертных выступлений. Их любят в их родной школе номер 58. Без них не проходят многие концерты, которые проводятся в рамках различных праздников. Только в этом году этот дуэт становился победителем и лауреатом ряда областных конкурсов. Ерлан Алдияр и Садуакас Диас. Дуэт «Уландар». Песня «Президент Эне». Қарсы алыңыздар. Президент
Аплодисменты, друзья, дуэт «Уландар». Кушемет білдіріп қояйық. Унирлерің өрге жүссін. Действительно, талантливые мальчики. Дорогие друзья, прежде чем прозвучит следующее конкурсное выступление, разрешите сообщить порядок оценки наших конкурсантов. Наше профессиональное жюри по 10-бальной шкале будет оценивать исполнение песни нашими вокалистами. Оценка каждого члена жюри складывается в одну сумму и выводится среднее значение. Конкурсант, набравший наибольшую среднюю сумму за исполнение песни, становится обладателем гран-при нашего конкурса. Ал қазір кәсіби қазылар алқасының мүшесімен таныс болыңыздар. Әнім саған Қарағанды конкурсы қазылар алқасының төрағасы, композитор және әнші Бекишев Марат Қапқарұлы. Конкурсының қазылар алқасының мүшелері. Председатель Союза композиторов области, композитор и педагог Сутюшев Марат Халитович. Халықаралық конкурстардың лауреаты, мәдениет қайраткері атағының иесі Ибраева Меруерт Хайрулла қызы. Председатель областного общества по защите авторских прав Нестеренко Игорь Юрьевич. Артист академического оркестра казахских народных инструментов имени Татимбета Буранбаев Сапаргали Жарылгасынович. Ну что ж, друзья, жюри представлены, а наш конкурсант уже готов выступать. Эта талантливая девушка уже имеет титул победителя и гран-при конкурса «Песни среди людей с ограниченными возможностями. Лучик надежды». Встречайте, друзья, на сцене Меньшикова Евгения с песней «Астана». Встретим же бурными овациями, друзья. Арналадан, энда астана.
қошеметтеріңіз. Керемет орындау. Евгений Қашын жүректен шығармашылық табыс тілейміз. Алда үлкен белестерден көріне беруіне тілектеспіз. Рахмет, Евгения. Меншикова Евгения, друзья, давайте еще раз ей поаплодируем. Друзья, а наш конкурсный марафон набирает обороты. И мы уже ждем следующего участника нашего конкурса. Ал келесі конкурсант ән өнерінің нағыз майталманы деп айтуға болады. Ол «Жас қанат 2009» конкурсының гран-при егері, халықаралық «Шабыт» конкурсының бірінші орын иесі, республикалық «Дельфийские игры» фестивалінің алтын медалін иеленген «Монголхан» немере. Оның орындауында аңыз ару әні. Қарсы алыңыздар, алдарыңызда өнер көрсететін «Монголхан» немере. Қошеметтеп қояйық. Аплодисменты, друзья! Жаралғанда қошанар сұлу нәзік шапағаттан нәр алғандай қыз Жібек ару гүл баян сұлу айнымас адал сезім ғашық жүрек қуатындай адалдық жанға серіп мәңгі мұратындай қыз Жібек ару гүл баян сұлу мәңгілік елім жұртым аңыз еткен жаңғыра көшкен ғасыр сазы жеткен халқының арулары ай 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 аулы махаббат баянды құшын үзген ғашықтардың өмір аңыз қыз Жібек қандай гүл баян қандай мәңгілік елім жұртым аңыз еткен жаңғыра көшкен ғасыр сазы жеткен халқымның шарапаттан нәр алғандай адамдар ұлы мейірім махаббаттан жар алғандай қыз Жібек ару гүл баян сұлу Монголхан немере. Согласитесь, друзья, это выступление достойное лауреатских званий. Давайте еще раз поаплодируем ему, друзья. В нашем конкурсе принимают участие люди разных профессий, национальностей и даже возрастов. И я приглашаю на эту сцену самую юную участницу нашего конкурса – Домбай Аруану. Алайда Аруана жасына қарамастан бірнеше конкурстарда өз өнерін байқатты. Оның ішінде арулар конкурсы да
бар. Және үлкен табыстарға жеткені де бар. Жас өнерпазымызға сәттілік тілеп, қолдау көрсетейік. Қарсы алыңыздар алдарыңызда қарлығаш әнімен Аруана Домбай. Аплодисменты, друзья! Встретим же юную участницу нашего конкурса. Қошеметтеріңіз естілмейді. Қаттыра қол соғайық. Друзья, эта девочка очень выразительная. Давайте еще раз ей поаплодируем, друзья. Домбай Аруана. А на нашу сцену уже готова выйти следующая конкурсантка. Профессиональный филолог казахского языка. Без пяти минут филолог английского и немецкого языков, так как сегодня она учится в Карагандинском государственном университете имени Букетова. Знание казахского языка плюс музыкальный талант – рецепт успешного прохождения ею отборочного тура нашего конкурса. Встречайте на сцене Миронова Людмила с песней «Живек Тенеля». Встретим же бурными овациями, друзья! Сөздерім
Людмила үлкен рахмет. Өзге ұлт өкілі болса да, мемлекеттік тілге деген құрметін ән арқылы жеткізіп жатыр. Алда да үлкен белестерге жете берсін деген шын ниетімізді білдіреміз. А нам хотелось бы отметить, что так хорошо государственный язык знает не только Людмила. Наша следующая конкурсантка – учащаяся гимназии номер 38 города Караганды. И зовут наше молодое дарование Тимофеева Диана. Участница многих вокальных конкурсов Караганды, Казахстана и даже России. В исполнении Дианы звучит конкурсная песня «Сары Жайлау». Қарсы алыңыздар, алдарыңызда Диана Тимофеева. Жайлауа, жайлауа.
Диана Тимофеева, друзья, ваши аплодисменты. Рахмет. Как уже говорилось ранее, наши конкурсанты исполняют песни в самых разных жанрах и на самые разные темы. Вот и следующая наша конкурсантка Виолетта Фомичева. Замечательная вокалистка, будущий педагог-переводчик и дипломированный менеджер выбрала на конкурс красивую лирическую песню о любви. Егэз Лебез. На сцене Виолетта Фомичева. Друзья, давайте бурными аплодисментами встретим Виолетту. Керемет орындау, Виолетта Фомичева. Бұл шабалат! Рахмет! Конкурсымыздың 8-ші нөмірі болып, талай өнер додасында табысты ән орындап,
конкурс жеңімпазы деген атаққа ие болған жерлесіміз бүгін сайысқа түседі. Осы сахна төріне Нұрмағанбетова Жансаяны шақырамыз. Оның орындауында қазақтың халық әні «Дайдедау». Қолдап отырайық, қошеметте отырайық, достар! Шығармашылық табыс тілейміз, алда үлкен белестерден көріне беруіңізге тілектеспіз. Ал біз бүгінгі мерекелік бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Следующий наш участник имеет специальность экономиста, что не мешает ему реализовывать свой вокальный талант и участвовать не без успеха в различных конкурсных проектах. Уверены, что участие этого конкурсанта в нашем конкурсе «Тебе пою, Караганда» станет украшением проекта. Встречайте на сцене Темирбаев Калжан с песней великого Абая «Көзімнің қарасы». Ваши аплодисменты, друзья!
Абай атамыздың осындай әндері әрқашан қазақтың сахнасында орындала берсін. Болашақ ағылшын тілінің аудармашысы үшін ән орындау оның өмірінің бір бөлігі десек те болады. Мектеп табалдырғынан бастап, ол әртүрлі вокалистер конкурстарының жеңімпазы атанған. Дорогие карганинцы, поддержим аплодисментами следующего участника. Байкенов Кайсар с песней «Гүлістан, Казахстан». Ваши самые громогласные аплодисменты, друзья. Встречайте, друзья! Төбім түрік, дәнім тонық тұғырым. Ауыз бірлігім, ұмытпай отаным барым. Олықтап атамын жалын. Аналардың ақ сүтімен ардақтар атаның ғанын. Даналарым ай, бізге мирас иманың бе сабырларың ай. Жасай бен
берші, жайнай берші, Гүлістан, Қазақстаным. Даналарым ай, бізге мирас иманың мен сабырларың ай. Азаматы жабыт бар, қазанаты жабыс бар. Бабалары айбарлы, балалары жайдарлы. Ал жаулығын күш алмас, аналары жайдарлы. Десең егір қайғасы бұл тәуелсіз байрағы. Арулары айқанат, алтын көрпек айқаба. Дарқа мінген тариға, даласына сайғаса. Туған жерім ай, иман делім ай. Ұшыса мен күндігімді қиған жерім ай. Қонған мекен бұл жейгір кері бай. Көгім менің ай, жерім менің ай. Күл арында құшағында сыйған менің ай. Төрім менің ай, елім менің ай. Санаған бұл кетер едім елім менің ай. Друзья, Байкенов Қайсар. Действительно талантливый парень. Друзья, давайте еще раз ему поаплодируем. Рахмет. Құрметті қарағандылықтар, ал қазір сіздер бүгінгі байқаудың соңғы орындаушысының өнерін тамашалайтын боласыздар. 2014 жылдан бастап қалалық облыстық конкурстарға қатысып, өз өнерін жұртшылыққа паш еткен әншіміз сахнаға шығады. Олай болса, қарсы алыңыздар. Анита Гатиятова. Қобыз әнімен. Друзья, аплодисментами встречаем нашу конкурсантку. Hey.
Анита Гатьятова, друзья! Где же ваши аплодисменты для этой юной прелестницы? Анита Гатьятованың орындауында бір қол соғып қояйық. Құрметті қарағандылықтар, осымен әнім саған Қарағанды байқауы өз мәресіне де жетіп қалды. Мы просим наше жюри начать обсуждение для вынесения окончательного вердикта. Кто же из 11 исполнителей получит главный приз в этот юбилейный год? Қазылар алқасын шешім шығару үшін оларға сәтті жұмыс тілейік. Отдельно несколько слов о нашем главном призе. Организаторы конкурса в этом году в связи с тематикой и спецификой конкурса решили сделать главным призом то, что станет спутником и необходимым атрибутом творческой жизни победителя нашего конкурса. И этот приз – профессиональный микрофон. Мы держим кулаки за всех участников, и независимо от результатов конкурса, для нас все участники – настоящие победители. Не так ли, Влад? Я полностью с этим согласен. Друзья, давайте же мы еще раз все поаплодируем всем нашим участникам. Ал қазылар алқасы 2016 жылғы «Әнім саған Қарағанды» конкурсының жеңімпазын анықтап шешім шығарғанша сіздер үшін сый тартылады. Алдарыңызда қарағандылықтардың сүйікті өнер шеберлері, халықаралық конкурстардың жеңімпазы, қуаныш үлгілі хореографиялық би ансамблі жетекшісі Айман Тойболдина. Встретим же аплодисментами, друзья! Қошеметтеріңіз, алдарыңызда өнер көрсеткен қуаны жүргілі хореографиялық би ансамблі шашпау бейінен. Болат меніңше қарағандылықтарға керемет бір музыкалық сый тартылды. Құрметті қарағандылықтар, енді бір маңызы зор миссияны орындауымызға жет. Ол қала басшыларының қарағандылықтарды бүгінгі мерекемен құттықтау рәсімі.
Итак, для поздравления с праздником приглашаем на сцену заместителя акима города Караганды Любарскую Ирину Юрьевну, друзья. Давайте поприветствуем ее. Қаламызда осындай фестиваль қала әкімдігі мен мәслихатының және қалалық ішкі саясат бөлімінің қолдауымен өтіп жатыр. Сондықтан шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Құрметті достар, дорогие карагандинцы и гости нашего города, я всех вас поздравляю с самым главным праздником – Днем Конституции Республики Казахстан. Это наш основной закон, согласно которому мы живем, согласно которому мы процветаем. И чтобы всегда мы с вами вместе встречались только по хорошему поводу, чтобы всегда было мирное небо над головой. И вот сегодня мы находимся на замечательном мероприятии, мероприятие, которое проводит у нас Ассоциация предпринимателей Карагандинской области. И главный день вдохновитель – это Курбанбаева Гульнар Туритаевна. Я хочу от лица руководства города выразить огромные слова благодарности организаторам. И самое главное, что вот на таких конкурсах мы взращиваем новые таланты, новые голоса, новые люди, которые прославляют наш город, трудовой город, город нашего президента. В этот праздник я хочу самое главное вам всем пожелать, чтобы мы всегда жили в мире и согласии, чтобы всегда было у нас благополучие, счастье, здоровье, любви и всех вам земных благ. Спасибо, Ирина Юрьевна, за ваши добрые слова. Друзья, аплодисменты! Ну а сейчас, друзья, наступил тот самый момент, когда наш музыкальный микрофон мы должны передать тому, кто объявит имя обладателя гран-при конкурса «Тебе пою Караганда 2016». Қарсы алайық, достар, Қарағанды жұртшылығының сүйікті әншілерінің бірі, композитор Ностальжи Ретро тобының жетекшісі, осы конкурстың қазылар алқасының төрағасы Марат Бекишев. Марат Бекишев, друзья, давайте же поприветствуем! Председатель нашего уважаемого жюри. Марат. Да, здравствуйте. Мы просим вас озвучить имя победителя и вместе... Добрый день. И вручить главный приз. Прекрасные карагандинцы, потому что прекрасные, потому что мы живем в самом лучшем городе мира, это городе Караганда. Здесь прекрасные люди. Сегодня отличное настроение у всех, потому что сегодня праздник, сегодня выступили наши участники. Мы послушали всех конкурсантов. Здесь такой спорный момент, конечно, был. И у нас, вот буквально, знаете, скажу сразу, что второе место у нас заняли целых два участника. Они заняли одинаковое количество баллов. И на один балл опередил их один участник этого конкурса, который стал победителем. Марат ага, давайте мы сейчас на эту сцену пригласим всех участников сегодняшнего конкурса. Давайте. Действительно. Фомичева Виолетта. Встречаем. Друзья, аплодисментами встречаем наших конкурсантов. Дуэт «Уландар», друзья. Миронова Людмила. Тимофеева Диана. Монголхан Немере. Меньшикова Евгения. Друзья, громче аплодисменты для наших участников. Домбай Аруана. Байкенов Кайсар. Гатиятова Анита. Нурмухамбетова Жансая. Темирбаев Калжан. Друзья, давайте громче поаплодируем. Выходят наши карагандинцы. Встречаем наших карагандинцев. Также хотим пригласить на эту сцену всех членов жюри конкурса «Тебе пою Караганда». Бурные аплодисменты нашим участникам и жюри. Ну что ж, участники на сцене, жюри на подходе. Осталось лишь несколько мгновений до того, как мы узнаем имя победителя конкурса «Тебе пою Караганда» 2016 года. Бүгінгі байқаудың кульминациясы. Бірер минуттан кейін бүгінгі байқаудың жеңімпазын анықтаймыз. Спасибо, дорогие участники. Спасибо, что вы патриоты нашего города. Участвуйте в этих прекрасных конкурсах, дарите свою радость своим творчеством, нашим карагандинцам. Действительно, сегодня в День Конституции все показали, что мы любим наш любимый Казахстан, что мы можем петь на разных языках, но сегодня мы на нашем государственном языке исполнили самые любимые прекрасные песни. И, конечно, я говорю, второе место у нас целых два участника заняли. Они остались всего на один балл от победителя нашего конкурса Тимирбаев Калжан.
победитель. Для вас этот... Итак, друзья, давайте аплодисменты. Победитель встречаем. Конкурса. Тебе пою, Караганда, 2016 года. Тимурбаев Калжан. Мне жеңімпазымызды құттықтайық. Спасибо. Спасибо, друзья, все участники. Знаете, самое главное, что у нас еще есть еще один приз. Это приз симпатии жюри. Мы его представляем Меньшикова Евгении. Приз. Аплодисменты. Можно сказать даже и зрительских, и симпатий жюри. Да, да. Меньшикова Евгения, друзья, аплодисменты. Спасибо, спасибо. Бүгінгі байқауымыз осымен өз мәресіне жетті. Бірақ біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі жүздескенше қош сау болыңыздар дейміз. Мы не прощаемся с вами, друзья. Еще раз поздравляем всех с праздником 2016 года, 25-летием независимости Казахстана и Днем Конституции. Ну а сейчас, по сложившейся традиции, песня. Споем все вместе, друзья! Шын жүректен құттықтаймыз. Аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын. Да, дорогие друзья, дорогие караганинцы, еще раз поздравляем вас с праздником, с 25-летием независимости Казахстана и Днем Конституции, друзья. Еще раз с праздником, друзья! Так, стоп, фото на память.